На часах 13.06. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. В течение ближайших 40 минут на вопросы в рамках особого мнения будет отвечать Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, председатель постоянной комиссии Гордумы по транспорту и ЖКХ. Ну, на самом деле, комиссия чуть побольше называется, но вот этого достаточно для того, чтобы понять, насколько значимые стороны нашей городской жизни она затрагивает ЖКХ и транспорт. Денис, добрый день. Добрый день. Напоминаю слушателям, что на сайте kirova.ru есть аудио-видео наших программ, расшифровка особых мнений. Кроме того, с помощью специальной формы в правом верхнем углу вы можете задавать свои вопросы гостю особого мнения. Денис, предлагаю начать с новостей, которые вот сегодня приходят, опубликованы на сайте, в разделе «Новости», на сайте kirova.ru. Ну вот новость на том, что Дмитрия Никулина, вашего коллегу по Гордуме, могут снять с должности председателя комиссии Гордумы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. В чем суть? Тоже ваш коллега Николай Барсуков, человек фракции, коммунист России, да, на нашем городском парламенте. Он, собственно, пожаловался, простым языком говоря, на Никулина. Он отмечает, что Никулин был на заседании всего лишь два раза. Все остальное время обязанности председателя исполнял Юрий Львович Шлемензон. Его и предложено назначить на этот самый пост. Место заместителя может достаться Татьяне Веселовой. Окончательное решение о снятии полномочий председателя с Дмитрием Георгиевичем примут на заседании Гордумы на следующей неделе, 21 числа. Как вам такой шаг? Ну, я считаю, это абсолютно правильная история, и я бы не сказал, что он пожаловался, просто это логично. Я сразу предлагал председателям комиссии Юрию Львовичу, потому что, ну, когда человек более взрослый, более опытный, возглавляет комиссию по регламенту этики, наверное, это правильно. То, что не посещение, ну, я считаю, председатель комиссии достаточно ответственен, по крайней мере, все вопросы перед тем, как выносятся на Думу, они сначала рассматриваются на комиссии. И вот на протяжении всего этого года Юрий Львович, вот, можно сказать, выполнял функции. Де-факто он практически был председателем всей комиссии, проводил, да, все комиссии проводил он, поэтому это в принципе логично, правильно, и я надеюсь, что 21 ноября, когда будет Дума, Юрий Львович будет поддержан. Но это голосовать? Да, конечно. Вы будете за, да, голосовать? Конечно, конечно. А там в регламенте, Денис, поясните, в регламенте работы вашей написано, что председатель комиссии должен присутствовать в обязательном порядке на каждом? Или я, честно говоря, не так сильно знаком с регламентом, но мне кажется, это даже по умолчанию. Если ты избрался, если тебя избрал народ, ты должен присутствовать, ты должен ходить, ты должен отстаивать, тем более те функции, которые на тебя возложили. То есть, ну, это, мне кажется, там даже не обсуждается. Вы сказали, Юрий Львович более опытный, да, в этом отношении депутат? Ну, конечно. А другие характеристики, если попробовать подобрать, он более эффективным будет на этой должности? Я думаю, что он более эффективный. Более компетентным? Более грамотным. Человек был депутатом законодательного собрания Кировской области и достаточно давно на управленческих каких-то должностях. И общественный деятель, в общественной палате он был. Поэтому как раз по регламенту этики я считаю, что должен быть человек, ну, если так скажем, мудрее, старше. И, ну, в принципе, вот, наверное, это основное. Поэтому Юрий Львович на эту должность подходит идеально. Поэтому я полностью буду его поддерживать. Хорошо, еще одна новость, прокомментируйте ее, пожалуйста. Наши коллеги из новостного отдела пишут, что Георгий Барминов с сегодняшнего дня не работает в правительстве области. Это, напоминаю, министр, или сейчас уже экс-министр спорта и молодежной политики нашего региона. Вместо него возглавлять данное министерство будет Анна Альминова, чемпионка Европы, чемпионка России и так далее, которая до последнего времени работала заместителем Барминовым. Барминов, по данным наших коллег, будет руководить отныне Центром отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы». Насколько я помню, эта структура первоначально называлась «Дирекция загородных лагерей». Ну, Георгий Андреевич относился к тем чиновникам, претензии, так скажем, в адрес которого поступали постоянно. Одна из них заключалась в том, что как он может возглавлять министерство, когда спортивного опыта у него маловато, мягко говоря.
Вы как воспринимаете данную новость? Вы знаете, я не сильно знаком с движениями в областной администрации, но я считаю логически, если посмотреть, то, конечно, Альминова – это человек, который прославляла в спорте нашу Кировскую область. От и до, можно сказать, сферу знает, да? Да, с точки зрения организации. Это абсолютно логично, когда она возглавит именно Министерство спорта. Я считаю, что это абсолютно логично. Хорошо, следующая тема. До нашей беседы в эфире вы сказали, что буквально в 2 часа сегодня, сразу после нашего завершения, после завершения нашей программы, вы направитесь в городскую думу, в город-администрацию, где будет заседание как раз-таки комиссии, которую вы возглавляете по транспорту и ЖКХ. Хочется знать, давайте просветим, давайте сообщим слушателям, что там будет рассматриваться, какие важные ключевые моменты. Значит, сегодня будут рассматриваться все комиссии. Сейчас в основном первый вопрос на всех комиссиях стоит о том, значит, что заложено по тем сферам, которые относятся к этим комиссиям в бюджете на следующий год. Сегодня нам управление финансов будет на комиссии как раз докладывать о том, что предусмотрено, на что есть деньги, на какие там ремонты, на какие же там еще что-то. То есть сегодня основной вопрос будет этот. И сегодня также вопрос по закупке автобусов, к сожалению, который не состоялся акционерным обществом АТП, это муниципальное предприятие. Ну, наши коллеги связывались на неделе с вами, вы как раз тоже для новостей комментировали эту историю. Давайте. Я считаю, что, знаете, вот там речь шла о 30, о закупке несостоявшейся 30 автобусов. 30 автобусов, 30 автобусов МАЗ. Это первый какой-то вот. Первый этап закупки? Это первый этап закупки, всего планировалось 100 автобусов. Ну, я как раз сегодня узнавал, что планирует АТП после того, что как им отменили аукцион. Отменен он по заявлению в УФАС дилера павловских автобусов. Насколько мне известно. То есть это конкурент, простым языком говоря. Да, это конкурент. И Минского автобусного завода. Посчитали, что именно данная закупка была, так скажем, ну, заточена под именно МАЗ. Хотя там, на мой взгляд, были учтены все характеристики, то есть кто-то говорил там из общественников в том числе, что это дорого, можно купить дешевле. Конечно, можно купить дешевле. Ну, но Виталий Брам, в частности, об этом, если не ошибаюсь, говорил. Ну да, но там было предусмотрено все. Там было предусмотрено кондиционеры, там было предусмотрено для маломобильных групп. То есть подъемники, это, да? Ну, часть, по-моему, автобусов с низким поликом. Да, да, да. Вот, поэтому, знаете, там кому-то не понравился цвет, что он стал оранжевым. Знаете, у нас сейчас по городу ходят гнилые копчащие пазики. Гнилые копчащие пазики. И какой бы цвет ни было, хоть они в горошек будут, это все равно будут новые, качественные и безопасные автобусы. Поэтому, вот знаете, как бы народ, который вот именно, ну так скажем, часть группы людей, которая против всего, ну, искать там в чем-то подвох, что там какие-то там, что тут какая-то есть коррупция, там еще что-то, ну, это задача в первую очередь правоохранителей, да, то есть и если кто-то считает, что данный конкурс был заточен под чего-то, ну, это вот, пожалуйста, обращайтесь в органы. Но я считаю, что это была абсолютная, на мой взгляд, прозрачная история, потому что был непосредственно договор именно с заводом МАЗ. Там о лизинге шла речь. О лизинге шла речь. Это как раз в том числе лизинговая компания, которая имеет отношение с Республикой Беларусь. И поэтому что вот искать где-то здесь подвохи, я считаю, ну, излишне. Да, излишне, но результат этого всего, то есть то, что мы не получили к Новому году 30 новых автобусов в городе. То есть мы продолжаем ездить на старых гнилых пазиках. Сегодня мне в АТП сказали, что обязательно в первом квартале данный вопрос будет проведен конкурс. То есть январь, февраль, март следующего 2019 года. Да, 2019 года мы все-таки увидим автобусы, но мое пожелание, чтобы это было уже не 30, а хотя бы там
60-70 автобусов, чтобы глобально переломить ситуацию с пассажирскими перевозками в городе, чтобы исключить вот эти частные копчащие позиции. Ну, так или иначе, жалобы в УФАС, это все в рамках закона. Так? Это все в рамках закона, но, вы знаете, у нас жалуются по всему. То есть у нас, насколько мне известно, по ГДМСу, который вот выиграл... 800 конкурс. Миллионов, да? Да, 800 миллионов. На уборку содержания улиц. На уборку содержания. Но об этом чуть позже поговорим, да. Тоже были жалобы в УФАС, поэтому жаловаться можно на любую тему. Давайте немножко эту еще автобусную тему продолжим после совершенно небольшой паузы. Я напоминаю, что сегодня в особом мнении звучит мнение Дениса Ерохина, депутата Кировской городской думы, председателя постоянной комиссии Гордумы по транспорту и ЖКХ. Вернемся очень скоро. Продолжаем наше общение. В продолжении автобусной этой темы вот еще хочу чем поинтересоваться. Денис, на протяжении последних недель... Вот когда стала эта известная история о закупке новых автобусов, общественники в том числе, можно было прочитать у них на странице в социальных сетях, говорили о том, что мы закупаем новые автобусы, но они на традиционном топливе. Почему бы не позаботиться о газомоторном? Вот известно ли вам что-то в этом отношении? И все-таки, на ваш взгляд, было бы действительно целесообразнее, с учетом того, что сейчас у нас вроде как государственная программа есть, да, и поощряются закупки автобусов общественного транспорта, которые работают на газе. Ну, здесь я с ними соглашусь, потому что газомоторное топливо, оно понятно, что экологически чище и экономичнее, то есть, учитывая то, что дизельное топливо у нас... просто семимильными шагами стремиться, там, не знаю, ну, каким-то страшным. Газ тоже за последние месяцы, конечно, подорожал, но не так, насколько я знаю. Чем ну, газ дорожает, соляр, да, бензин. Просто ну, мое ощущение, что когда-то, там, через какое-то время, все-таки это газ сначала вырастет топливо, потом к нему будет стремиться газ. Ну, это мое мнение, поэтому тут я с ними согласен, действительно, газомоторное топливо, оно в первую очередь это экологично. Вторую очередь эксплуатация, конечно, дешевле. То есть на сегодняшний день цена газа значительно ниже дизельного топлива. А вы и ваши коллеги как-то можете повлиять? Вот вы сказали про первый квартал следующего года. Вы как-то можете? Вот сегодня как раз у нас на комиссии... А давайте будем газомоторное все-таки. Вот сегодня на комиссии у нас будет генеральный директор АТП. Поэтому мы все свои пожелания, все депутаты ему обязательно выскажут. Все вопросы мы зададим. Я думаю, что ответы мы получим. Да, соглашусь с вами. Жаль, конечно, что такого новогоднего подарка в виде нескольких десятков новых автобусов не будет в этом году. Да, это жаль. Да, соглашусь. Хорошо. Так, основные моменты, ключевые мы осветили, да, которые сегодня будут затрагиваться на комиссии. То есть бюджет – приоритетные вопросы. И вот как раз-таки бюджет, то, что вопрос транспорта. Хорошо. Следующий вопрос, но не могу не поинтересоваться. Тут, опять же, делом Парка Победы. Вы относитесь к числу людей, которые наиболее активно по этому поводу высказываются. Вот буквально сегодня с 11 часов мы в дневном развороте обсуждали данную тему. Первый задержанный, который отпущен уже под домашний арест. Ну, не уже, а отпущен просто под домашний арест. Я имею в виду одного из учредителей завода охотничьего и рыболовного снаряжения Леонида Юфаркина. Юрист Ян Чеботарев накануне в нашем эфире заявил, что в деле в этом вскоре появятся новые имена, в том числе бывшие сотрудники мэрии. Потому как без сотрудников, цитирую, администрации города Кирова, невозможно организовать злоупотребление на торгах, продажу земли по заниженной цене. Вы поддержите известного юриста в этой оценке? Да, я в этом, конечно, поддерживаю, потому что тут, мне кажется, не только юристу понятно, что это невозможно сделать без не сотрудников администрации, ресурс, да, без главы города. В принципе, там никакого секрета нет. Там, в принципе, участок был фактически там продан, так скажем, один из учредителей был сын главы города. Поэтому, конечно, мне кажется, то, что сейчас ведутся задержания и домашний арест, это, ну, надо понимать, что это тоже арест. И я думаю, что все-таки отпускают это, там, не знаю, в силу возраста, может, в силу признательных показаний. Ну, как вариант сотрудничества со следствием. Сотрудничество со следствием. Поэтому я думаю, что сейчас всех, кого допрашивают, надеюсь, что им нет смысла играть в каких-то партизанов и покрывать, так скажем, главаря ихней банды, которая похитила у горожан парк.
Ну, а чем закончится, ну, мы же говорили, и, так скажем, главный деятель десятилетнего, так скажем, правления города, при котором и был продан парк, который продал сыну парк, он же сказал, ждем, когда следствие поставит жирную точку. Ну, я хочу еще добавить, и арестуют его. Потому что, ну, мне кажется, это должно закончиться, знаете, как само в фильме «Место встречи изменить нельзя», когда их, когда банду из подвала выводили, вот там одного, второго, третьего, теперь горбатый. Вот, мне кажется, вот это должно закончиться именно так. Поэтому ждем, надеемся, что правоохранительные органы, так скажем, всем кировчанам, так постараются, чтобы они недолго ждали этого момента и наконец-то все сели на скамью подсудимых. Ну, это в вас, вот я имею в виду это задержание, да, первое задержание, как мы сейчас его называем, оно вселяет у вас уверенность в то, что и вы об этом говорили, и в августе, по-моему, об этом говорил и глава администрации Илья Шульгин. Уверенность в том, что все-таки эта земля будет возвращена городу. Вот это вселяет большую надежду? Я в этом убежден. Я в этом убежден, потому что я не думаю, что, так скажем, правоохранительные органы перед тем, как кого-то задерживают и отправлять в ВВС, у них нет достаточной доказательной базы о совершенном преступлении. Ну, я в это не особо верю. Я надеюсь, что там с доказательной базой все достаточно. И поэтому я надеюсь, что земля в ближайшее время будет возвращена и, так скажем, будет использоваться по, ну, на усмотрение там, администрации города, там, может быть, строительство школы, например. Там, ну, или на благо еще что-то. Максимального сайта. Количества, да. Да, жителей. То есть достаточно большой участок, развивающий микрорайон. И строительство школы и садика там в честь вот именно этих героев, сделать какую-то аллею, как вот, допустим, сделано в Бресте, когда идешь в Брестскую крепость, аллея героев, кто погиб. И я думаю, что это было бы такое логическое такое вот завершение вот этой всей истории. К другому сейчас уголовному делу хочу обратиться и поинтересоваться вашей оценкой. Именно этой истории я имею в виду центральную диспетчерскую службу. Следователи и тут информацию нам дают, что, в общем-то, тоже дают надежду на то, что порядок будет наведен. Я имею в виду экс-главного инженера ЦДС Анатолия Ганьбу. Стало известно накануне, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело – злоупотребление полномочиями. До этого он был задержан по подозрению в растрате. Ну, история там известная, вы читали, вы знаете. Да, брал деньги у электронного поездного, клал в банки, проценты себе забирал. Ну, история так, известная, мере. Мы их вызывали неоднократно на комиссию, мы задавали вопросы, и глава города им задавала вопросы, для чего был создан электронный проездной, почему эти функции не могла выполнять муниципальное учреждение. Ну, напомню, ЦДС. Что это тоже детище предыдущее. Это детище предыдущее абсолютно. Это, я считаю, просто жульническая схема создания этого электронного проездного, на мой взгляд. То, что делал директор, он же был директором электронного проездного, и там же он был главный инженер в ЦДС. То есть то, что они там и тут получали зарплату, это уже нарушение. А то, что учредитель электронного проездного муниципальное учреждение, и, соответственно, электронный проездной также является муниципальным учреждением, и взять из муниципального учреждения деньги, положить себе на депозит под проценты, найдет. Но он не просто, он вроде как кредитовался у этого муниципального учреждения. Займ, беспроцентный займ берешь и уносишь в банк под проценты. Ну, гениальная смешно, коммерческая, конечно, схема. Это все равно, что глава города сейчас возьмет и положит бюджет на книжку и будет также снимать, сходить проценты. Ну, вот это на уровне бреда. Отличное сравнение. На уровне бреда, вот, ну, я не знаю, как к этому можно прикасаться. Это государственные деньги. И вот, я не знаю, это, мне кажется, это дело даже тут надо привлекать врачей, что происходит у человека в голове, когда он идет на такие действия.
А то, что сейчас там происходит, там, мне кажется, эта история далеко не последняя. И уголовное дело это далеко не последнее. Там будут сейчас все закупки, вот эти остановки, экраны, которые в 2013, по-моему, году, или в 2012, если я не ошибаюсь. Умные установки, так называемые. Да, вот эти экраны, которые стоили по 90 тысяч рублей. Представляете, 90 тысяч рублей. Зайдите в магазин каких-нибудь телевизоров, там за 90 тысяч рублей можно купить уникальный телевизор какой-нибудь сумасшедших размеров, а не диодное вот это маленькое панно. Не, ну руководство ЦДС ведь неоднократно говорило о том, что там и начинку они делают, вот и эту начинку вандально-защитные вот, устройства. Есть организация, которая на сегодняшний день как бы, она объявилась, она никуда не девалась, которая предлагала вот это все сделать за 15 тысяч в свое время. За 15? За 15. В 6 раз меньше. В 6 раз меньше. Поэтому говорить, что это стоит 90, ну вот, что вот эти табло электронные на автобусах, вот знаете, подсветка диодная, ну, когда номер маршрута там, да, номер маршрута, бегущий, неужели страх, это стоит там каких-нибудь там эти же 60 тысяч там рублей там, и, ну и прочее. Я заказывал там по бизнесу бегущие строки, вот, ну я помню стоимость бегущей строки 2 метра на полметра, она стоит там 1014-15. Угу. То есть и вот нам утверждали, приходили и говорили, да, это столько стоит. И говорить, что это не жульничество, ну, насколько я знаю, сейчас другие истории проверяются, там все именно так. То есть там было созданы организации, через которые все это поставлялось, умножалось там на 2, а то и больше. И просто бюджет все это оплачивал, именно бюджет, потому что учреждение, повторюсь еще раз, бюджетное. Поэтому... Ну, вот такие были у нас руководители. Поэтому и задержание, я уверен, что это не последнее. По вашим прогнозам, может быть, мы увидим высоких чиновников, может быть. Ну, бывших опять же. Невысоких, но я думаю, что каких-то мы увидим. Я думаю, что каких-то, допустим, до этого директора, может быть, мы увидим, еще кого-то увидим. Кого-то мы обязательно увидим. Я думаю, что в ближайшее время. И говорить опять же о том, что вот глава города об этом не знал, ну, честно говоря, я вот, ну, не верю. Вот любой МУК берешь, вот как только правоохранители заходят на любое предприятие, они обязательно находят подобные истории. Даже, насколько мне известно, на МУП «Кристалл». И то МУП «Кристалл»? Это прачки. Там и то, вот я хочу спросить, чем занимается, чтобы не на слуху. Это прачечное муниципальное предприятие. Там и то, насколько мне известно, проходят какие-то обыски и возбуждения в ближайшее время, или уже возбудили какие-то уголовные дела. В чем суть? Опять же, какие-то махинации с муниципальными делами? Все это же самое. Взяли за копейку, продали за рубль. То есть, все это же самое. То есть везде воровство. Все муниципальные предприятия были созданы, как я говорил и говорю, это были прачки по отмыванию бюджетных денег. То есть у нас государство пытается собрать, у нас там налоговая пытается всех там систематизировать, чтобы они как-то оплачивали. Но тем не менее, когда эти деньги поступают в бюджет, они просто-напросто воруются. Ну вот если, я не знаю, там... повысить эффективность собираемости, просто надо повысить прозрачность использования всех вот этих бюджетных денег. Я сейчас вспоминаю новость, которая была летом или в начале осени, которая меня прям глубоко вот поразила. Помните, да, когда главе Шульгину было доложено о том, что ни один МУК не имеет у нас планов по доходу. И как-то вот срочно Шульгин приказал, что давайте сейчас пересмотрим все, чтобы они хоть что-то принесли в городской бюджет. У меня сразу там ассоциация возникла с какими-то пьявками, да, вот, которые сосут, а взамен ничего не хотят. Да. Нет, очень, это... очень какие-то нерадужные вообще. Я знаю мысли такие рождают истории, потому что, допустим, по 9 месяцев ГДМС прибыль составила, боюсь сейчас ошибиться, по-моему, 110 или 120 миллионов. Прибыль у ГДМС. Мне кажется, за все 10 лет она столько составила. Ну, это же очевидно, что люди в бизнесе занимаются такими же видами деятельности. Взять эту же, там, не знаю, эти же прачечные, эти же
дорожные работы, строители, эти же перевозки самые частные. Почему участника это выгодно, приносит доход, кормит его семью, он как-то пытается развивать бизнес. Крутится, вертится, как мы говорим. А все, что муниципально, у нас вдруг становится невыгодно, убыточно, потому что, правильно, там существуют такие гоньбы, которые взял деньги из муниципального предприятия и отнес их себе на книжку. Ну вот зачем нужны такие руководители, где их берут? Это, ну, честно говоря, ну, понятно, это что это Денис не секрет, что военкомат. Зачастую самый выгодный бизнес — это бизнес, завязанный напрямую на всевозможных муниципальных вещах. Это рано или поздно бюджет, за это все равно придется посидеть. Потому что любой нормальный предприниматель, он в первую очередь выстраивает бизнес так, чтобы он был независим ни от какого административного ресурса. Думали ли в то время вот все эти горе-руководители, что когда-то в 2018 году их за эти закупки или за то, что он взял такую безобидную историю, взял, унес деньги государственно, положил до книжку, что схватят за одно известное место. Да, и он окажется в СИЗО. Наверное, он даже не предполагал. Мне кажется, у них мозг настолько сросся, что вот любой МУП — это ихняя какая-то вот некая ОООшка, да, с которой они получают, которую они создали. Мне кажется, они искренне считали, что это их. Но вот как-то вот они, наверное, подзабыли, что это все-таки в первую очередь государство. Народное, я настаиваю на этом термине. Да. Народное добро. Денис Ерохин, депутат Кировской гордумы, председатель комиссии гордумы по транспорту и ЖКХ. Сейчас будет небольшая пауза. Напоминаю вам, слушатели, что вопросы вы тоже можете задавать на сайте kirova.ru. Специальная форма. Есть один вопрос. Озвучу его после рекламы. Продолжаем наше общение. Денис Ерохин, депутат Кировской гордумы, председатель постоянной комиссии гордумы по транспорту и ЖКХ. Вопрос от слушателя. Денис, когда протезно-ортопедическое предприятие вынесли на Мельничную 32, обещали, что будет городской автобус. Сейчас ходит только «Газель» раз в час от автовокзала. Это очень неудобно. Нужно ехать с пересадками. Это Татьяна задает вопрос. Она предлагает конкретную штуку. Раз в час ходит туда, заворачивает, делает петельку. Пятый автобус, раз в час 9-й автобус, раз в час 38-й. То есть те, что идут в чистые пруды. Вот. Можете взять в работу данное предложение? Да, сегодня вопрос. У нас как раз будет комиссия и директор АТП, и начальник управления. Поэтому я этот вопрос обязательно задам, и я думаю, что мы ответим. Хорошо, вот Татьяна. Денис пообещал сегодня в 2 часа начало заседания комиссии, как раз-таки, которую возглавляет Денис. Хорошо, поехали дальше. Вещь, о которой уже упомянули, это 800-миллионный контракт на содержание и уборку кировских улиц. Впервые контракт разыгран у нас не на год, а на 20 месяцев. Чиновники уверены, ну, КДМС выиграли. Чиновники уверены в надежности этой компании, в ее хорошей материально-технической базе. Есть сейчас шансы обновлять технику, да, потому что срок продолжительный, более-менее понятная перспектива. Ну и у людей больше сейчас надежды на то, что у нас более качественная уборка будет, снежных коллапсов не будем мы снова видеть. У вас какие ощущения, как вы воспринимаете? Ну, хотя мы говорили, да, что общественники тоже высказывались. Да, они высказывались о том, что это укрупнение лота. Они настаивали на более мелких. На более мелких лотах, и чтобы могли участвовать какие-то малые организации, но я хочу сказать, что ГДМС вполне может взять на субподряд те или иные организации, и, по крайней мере, если их что-то будет не устраивать. Так обычно и происходит, насколько я понимаю. Нет, дилили это на множество лотов, и у каждого был свой контракт с администрацией города, поэтому это укрупнение мы можем посмотреть на асфальтирование. Когда весной этого года разыгрывали контракт по ПКД, ГДМС, ГДМС, две абсолютно понятные организации, одна муниципальная, другая областная, и, по крайней мере, всю гарантийную ответственность будут нести они. Кого они берут на субподряд, если они берут в том случае, если они что-то не успевают или какие-то работы им может менее интересны. Поэтому я считаю, что здесь тоже абсолютно правильно, что именно произошло такое укрупнение лота, хотя жалоб было много, но так как было 3 заявки УФАС, все эти жалобы признал необоснованными.
Ну, общественники там, насколько я знаю, пока не сдаются, они там что-то еще будут требовать. Можно не сдаваться, но, по крайней мере, я считаю, это есть какой-то шанс, что все-таки у нас каких-то снежных коллапсов, особенно на окраинах города, где как раз выигрывали маленькие организации, ГДМС все-таки постарается избежать. Будут как-то, перестраховываться. Там сейчас они действительно хотят, самообсуждаются, купить дополнительную технику. И в том числе, так как это муниципальное предприятие, это абсолютно правильно, что летом они укладывают асфальт, а зимой они не проедают эти деньги, а они также зарабатывают, и люди, как говорится, при работе, и они тянут вот эти проеденные деньги там на зарплату, и, вернее, заработанные деньги не проедает вот на зарплату, на содержание свое, а именно продолжает выполнять какие-то функции. Поэтому лично я считаю, что это правильно, и программа по БКД, я считаю, она дала положительные результаты. Надеюсь, по крайней мере, после зимы мы сможем поговорить, насколько это было эффективно. Ну, мне кажется, что раз впервые такая схема, нет, схема какое-то негативное слово имеет. Это только у нас уже схема становится. Нет, я говорю о том, что вот такой новый порядок работы, да, когда на 20 месяцев контракт заключен, на мой взгляд, как-то, наверное, более пристальное внимание, что ли, следует уделять, контролировать, как действительно обновляет, не обновляет подрядчик технику, действительно, он добросовестно работает. Ну, в любом случае, будет предусмотрено. Я думаю, что ГДМС — это полностью муниципальное предприятие, у него есть совет директоров. Но вы, как депутаты, ведь можете, да, контролировать, задавать вопросы предприятия, да. Соответственно, я говорю, что за 9 месяцев у ГДМС появилась прибыль та, которой до этого не было никогда. Поэтому я считаю, что в том числе и закупка техники, обновление, это все будет в том числе принадлежать городу. Соответственно, деньги не будут уходить, а именно будут, я об этом всегда говорил, что городу необходимо предприятие, которое обеспечивает жизнедеятельность города. То есть это чистка, уборка, ремонты, такие стратегические перевозки пассажиров, то есть и так далее. Денис, пару минут у нас остается, и я хочу продолжить на вашу профильную транспортную тему. Ситуация на улице Московской с пересечением ее с Солнечной и Романа Ердякова. Вам известно, что там случилось, да, после первого мнения, после открытия. Если хотите, мой опыт, я стал объезжать Московскую. Вот что делать? Сейчас в сложившейся ситуации. У нас были представители ДДХ, представители госавтоинспекции. Сейчас идет там анализ. Сейчас идет анализ. Возможности, что там можно сделать. Первая возможность — это отрегулировать частично как-то с фитофорами. А если подходить более глобально, понятно, что Саху уже на это место не вернуть, и там будут всегда Макси. Поэтому, вообще изначально, да, кто не помнит, когда-то там, да, да, когда-то там был Саха, да. И я считаю, это самое удачное было географическое место в городе. Это было муниципальное предприятие. Но мы имеем то, что имеем. Мы еще, я думаю, что долго будем пожинать десятилетия. А Новый год на носу, люди за подарками поедут. Да, поэтому я думаю, что вот сейчас обсуждаются вопросы, может, частично закроют там для грузовиков, допустим, Псковскую, заезд там на Ердякова будет со стороны Лепси. Может быть, как вариант там сделать какое-то кольцо, ширина перекрестка вроде как там позволяет. Может быть, отрегулировать светофоры, особенно пешеходный переход, который чуть выше по Московской. Там есть даже предложение вплоть вообще убрать это. Убрать невозможно. Вызовной светофор нет, конечно. Безусловно, здоровье и жизни людей на другой чаше, конечно. Поэтому подземный переход там даже. Подземный переход надо было предусматривать тогда, когда. Но это все быстро не делается. Да, это надо было, может быть, частично, когда Макси получал разрешение на строительство, тогда в том числе как-то их пытаться, чтобы они участвовали в этом строительстве этих подземных переходов. А при какой власти
получалось разрешение? Я сейчас не готов сказать, не помню, но площадка у них давно куплена, давно. Здание снесено тоже давно, и базы там нет тоже давно. Поэтому это как раз, я говорю, десятилетние плоды. Я думаю, что мы еще будем в них периодически втыкаться при развитии города. И вот мы не только там не развивались, мы просто вот сейчас будем упираться еще вот в это, в какие-то в такие вещи. Поэтому выход будут искать, насколько он будет эффективный, ну, время покажет. Денис, вам надо бежать на заседание комиссии, поэтому, да и время у нас завершено уже, да. Спасибо большое, Денис Ерохин, депутат Кировской гордумы, председатель постоянной комиссии гордумы по транспорту и ЖКХ. До новых встреч, всего доброго. Всего доброго, до свидания.